калий-аратат. Состав: 1 таблетка содержит калий-аратат 500 мг, фармакологическое действие, негормональное анаболическое средство. Оказывает общее стимулирующее действие на обменные процессы. Является стимулятором синтеза нуклеиновых кислот, участвующих в синтезе белка, усиливает репаративные и регенеративные процессы в тканях. Аротовая кислота усиливает образование альбуминов в печени, особенно в условиях длительной гипоксии, возникающей при некоторых заболеваниях, например, при сердечной недостаточности. Улучшает переносимость сердечных гликозидов, способствует увеличению диуреза. Показания к применению в составе комбинированной терапии: заболеваний печени и желчных путей, вызванных интоксикациями, инфаркта миокарда и хронической сердечной недостаточности ай-ай-ай-ай-ай стадий, нарушений сердечного ритма, дерматозов, алиментарной и алиментарно-инфекционной гипотрофии у детей, прогрессирующей мышечной дистрофии. Период реконвалесценции, повышенные физические нагрузки. Способ применения: принимают внутрь по 250-500 мг 2-3 раза в сутки за 1 час до еды или через 4 часа после еды. Курс лечения составляет 20-40 дней, при необходимости курс повторяют через месяц. Детям 10-20 мг/кг в сутки в 2-3 приема. Курс лечения 3-5 недель. Взаимодействие: при одновременном применении с диуретиками, ГКС, инсулином, мерилаксантами, пероральными контрацептивами уменьшается эффективность аротовой кислоты. Нарушает усвоение железа, тетрациклина, натрия фторида. Побочное действие: со стороны пищеварительной системы, диспептические симптомы. При применении в высоких дозах на фоне малобелковой диеты возможно развитие дистрофии печени. Аллергические реакции, аллергические дерматозы. Противопоказания: цирроз печени с асцитом, нефроуролитиаз, хроническая почечная недостаточность, повышенная чувствительность к аротовой кислоте. Передозировка: выраженных симптомов при передозировке средства не наблюдалось, возможно усиление побочных эффектов. Особые указания: в настоящее время весьма перспективной для применения в кардиологической практике является комбинация аротовой кислоты и магния. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.